Всем привет! С вами канал Артмания. Да, мы шли. Вы увидели фонтан. Такой красивый там голубь. Голубь тут. Красивый такой. Вроде он не работал, насколько я помню. Хорошо, как раз перед домом целый день слышно фонтан. Цветочки тут. Да? Тебе нравится? Тебе нравится, да? Ты наконец-то увидел, вчера он еще не так увидел фонтан. Да? А сегодня увидел. Да, Дим? Дима? Йо, фонтан! Какой красивый! Строится. Приехали мы в Ашан, космопорт с Димочкой. Пешком пришли, там где-то километра 2-3 километра. Дима тут доедает кашу, не успел ему положить маслице туда. Пришли мы с Ашана. Ашан, к сожалению, как видите, я не записала. Потому что Дима расплакался, кричал, и мы быстро я только взяла все необходимое, то, что мне было нужно, зачем я туда шла, и все. Все дети плакали, и Дима плакал, естественно. Только остановишь коляску, и начинается ор. Вот подвигаешь ее вот так вот, вот туда-сюда, все равно ор. Да? Не дал маме походить Дима спокойно по Ашану. Устал, видимо. Арбуз у нас тут. И вот сумка с покупками. Мы еще зашли в Пятерочку, купили курицу. Купила вот такой вот соус. Очень его, кстати, люблю. Тихо. Кисло-сладкий. Очень, кстати, вкусный. Мне прям он очень понравился. Последний забрала за 54 рубля. Две штуки. Так, что мы купили? Сыр. Давно уже не ела сыр. Сыр купила. Да, сыр. Масло сливочное. Две пачки я взяла. Одну заморожу, одну будем кушать. Она 86 рублей стоила. Где-то так. Так. Купила вот такой майонез. Это для курицы. Уже торопилась. Быстрее. Уже дошла до кассы. Вспомнила, что нет майонеза. Побежала за майонезом. Купила. За 13 рублей была скидка. Попробуем его, интересно. Хотя там, наверное, ей добавок. А, внутри ей добавки есть. Тут, конечно, состав огромный. Ну, мне кажется, хотя нет, у майонеза сейчас нормальные составы. Дим, ты что там делаешь? Так, вот у меня второй кисло-сладкий. Так. Это я в Ашане взяла, 80 рублей где-то стоили. Такие слезные универсальные тряпочки. Вот мне очень они нравятся, они когда высыхают, ну когда долго не пользуешься, они полностью высыхают и просто там где-то лежит, то есть он не гниет, как это обычно бывает. Я помню, всегда было у меня, положишь ее, она сгнила, загнила там, мокрая лежала. Так, ну и ходила, конечно, я в Ашан за дрожжами, моих дрожжей не оказалось, купили какие-то вот другие. Я сначала думала, что тот производитель как бы все, закрылся. И поэтому появились новые другие. Но нет, оказывается, не закрылся, просто закончились. Такое купила. Купила. А, так, это разошлись. Дрожжи вот такие. Каждый день попробовать. Интересно. И... А, ну еще вот тоже Ашан. Чисто их не тоже Ашан. Ну, они там где-то в пределах 7.
6 рублей, 7 рублей, что там, еще сколько-то рублей. Так. Так, кокосовое молочко. Вот, моего не было, который я обычно брала. Взяла другой, 113 рублей оно стоило. Он жиденький, но если он долго поставить в холодильник, я замечала, то он такой становится, как паста, что ли, вот что-то такое. И добавляешь в него сахара и ешь его как мороженое. Вообще обалденно вкусное. Так, чек наш, пятерочка. Мне интересно, вот сколько стоила курица. Так, сейчас мы посмотрим. Масло 86, 87 даже. Так, соус 39, 13. Разница цена. Сыр 100 рублей вышел. Так, соус. А там что было? А, соус. Тушка. А, тушка цыпленка 188 у нас вышла. А была за 116. Угу. А то там цены не было. 116, я правильно взяла. Так, взяла еще помело сушеное. Очень, кстати, их люблю, обожаю. А за 100 грамм 38 рублей. То есть за килограмм будет 380 рублей. Взяла два мешочка. Вот они. Два таких мешочка. Не знаю, может еще попробую со вкусом. В следующий раз поеду в Ашан. Куплю еще. Так, что-то. А, ну и все там. Кошелек остался. И посмотрим. Давайте в холодильнике. Вот она за 116 рублей у нас курочка. То есть, ну, там было село зеленое, значит, она 146 рублей, а это 116 рублей за кило. Вот. Представляете, уже 116. Вот у нас обзор моего холодильника. Да, кстати, я еще хочу консервировать помидорки, я уже про них забыла. Вон там, кстати, мое лечо стоит. Так вот красиво у нас. А где тарелка? А тарелку ты спрятал? Что-то ты кашу не доел-то. Кака! Ты какаешь уже? Ну, какай, какай. Ложка! Кака! Ложка в каке? Ложка упала в каку? Ложка... Что ложка с какой делает? Вернее, что кака делает с ложкой? Мячик! И мячик там же еще.